Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Приглашаю вас на урок истории «Зимняя война». 30 ноября 1939 года войска Ленинградского фронта получили приказ перейти границу с Финляндией. Советско-финская война 1939-1940 года – вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Его причиной стало желание советского руководства отодвинуть финскую границу от Ленинграда с целью укрепления безопасности северо-западных границ СССР и отказ финской стороны сделать это. Советское правительство просило предоставить в аренду части полуострова Ханка и некоторых островов в Финском заливе в обмен на большую по площади советскую территорию в Карелии с последующим заключением договора о взаимопомощи. Финское правительство считало, что принятие советских требований ослабит стратегические позиции государства, приведет к утрате Финляндии нейтралитета и ее подчинению СССР. Советское руководство, в свою очередь, не желало отказываться от своих требований, необходимых, по его мнению, для обеспечения безопасности Ленинграда. Советско-финская граница на Карельском перешейке проходила всего в 32 километрах от Ленинграда, крупнейшего центра советской промышленности и второго по величине города страны. Поводом для начала советско-финской войны стал так называемый Майнинский инцидент. 26 ноября 1939 года в 15:45 финская артиллерия в районе Манилы выпустила 7 снарядов по позициям 68-го стрелкового полка на советской территории. Были убиты 3 красноармейца и 1 младший командир. В тот же день Наркомат иностранных дел СССР обратился с нотой протеста к правительству Финляндии и потребовал отвода финских войск от границы на 20-25 километров. Финское правительство отрицало факт обстрела советской территории и предложило, чтобы не только финские, но и советские войска были отведены на 25 километров от границы. Это формально равноправное требование было невыполнимо, ведь тогда советские войска пришлось бы вывести из Ленинграда. 29 ноября 1939 года посланнику Финляндии в Москве была вручена нота о разрыве дипломатических отношений СССР с Финляндией. 30 ноября в 8 часов утра войска Ленинградского фронта получили приказ перейти границу с Финляндией. В тот же день президент Финляндии объявил войну СССР. С самого начала войны перевес в силах был на стороне СССР. Советское командование сосредоточило у границы с Финляндией 21 стрелковую дивизию, 1 танковый корпус, 3 отдельных танковых бригады. Для поддержки наземных войск планировалось привлечь около 500 самолетов и более 200 кораблей Северного и Балтийских флотов. Группировка финских войск имела около 300 тысяч человек, 768 орудий, 26 танков, 114 самолетов и 14 боевых кораблей. Основным рубежом обороны Финляндии была линия Маннергейма, уникальные неприступные фортификационные сооружения. Главным архитектором линии Маннергейма была сама природа. Фланги ее упирались в Финский залив и Ладожское озеро. Берег Финского залива прикрывали береговые батареи крупного калибра. А в районе Тайполя, на берегу Ладожского озера, были созданы железобетонные форты с 8, 120 и 152-миллиметровыми береговыми орудиями. Линия Маннергейма имела ширину по фронту 135 километров, глубину до 95 километров и состояла из полосы обеспечения, главной полосы, второй полосы и тыловой полосы обороны. Было возведено свыше 2000 долговременных огневых сооружений и дерево-земляных огневых сооружений, которые объединялись в опорные пункты. Опорные пункты оборонялись постоянными гарнизонами. В промежутках между опорными пунктами и узлами сопротивления находились позиции для полевых войск.
Опорные пункты и позиции полевых войск прикрывались противотанковыми и противопехотными заграждениями. Только в полосе обеспечения было создано 220 километров проволочных заграждений в 15-45 рядов, 200 километров лесных завалов, 80 километров гранитных надолб до 12 рядов, противотанковые рвы, эскарпы и многочисленные минные поля. Все укрепления соединялись с системой траншей, подземных переходов и были снабжены продовольствием и боеприпасами, необходимыми для длительного ведения автономного боя. 30 ноября 1939 года, после продолжительной артиллерийской подготовки, советские войска перешли границу с Финляндией и начали наступление на фронте от Баренцева моря до Финского залива. За 10-13 дней они на отдельных направлениях преодолели зону оперативных заграждений и вышли к главной полосе линии Маннергейма. Более 2 недель продолжались безуспешные попытки прорвать ее. В конце декабря советское командование приняло решение прекратить дальнейшее наступление на Карельском перешейке и начать полномерную подготовку к прорыву линии Маннергейма. Фронт перешел к обороне. Была произведена перегруппировка войск. На Карельском перешейке был создан Северо-Западный фронт. Войска получили пополнение. В результате советские войска, развернутые против Финляндии, насчитывали более 1 миллиона 300 тысяч человек, 1500 танков, 3500 орудий, 3000 самолетов. Финская сторона к началу февраля 1940 года располагала 600 тысячами человек, 600 орудиями и 350 самолетами. 11 февраля 1940 года штурм укреплений на Карельском перешейке возобновился. Войска Северо-Западного фронта после 2-3-часовой артиллерийской подготовки перешли в наступление. Прорвав 2 полосы обороны, советские войска 28 февраля вышли к 3-й. Они сломили сопротивление противника, вынудили его начать отход по всему фронту и, развивая наступление, охватили Выборгскую группировку финских войск с северо-востока. Овладели большей частью Выборга, форсировали Выборгский залив, обошли Выборгский укрепленный район северо-запада, перерезали шоссе на Хельсинки. Падение линии Маннергейма и разгром основной группировки финских войск поставили противника в тяжелое положение. В этих условиях Финляндия обратилась к советскому правительству с просьбой о мире. В ночь на 13 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор, по которому Финляндия уступила СССР около 1/10 своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. 13 марта боевые действия прекратились. В соответствии с договором, граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешейк с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостров Рыбачий и Средний. Полуостров Ханка и морская территория вокруг него поступили в аренду СССР на 30 лет. Это улучшило положение Балтийского флота. В результате Советско-финляндской войны была достигнута главная стратегическая цель, которую преследовало советское руководство – обезопасить северо-западную границу. Однако ухудшилось международное положение Советского Союза. Он был исключен из Лиги наций. Обострились отношения с Англией и Францией. На Западе развернулась антисоветская кампания. Потери советских войск в войне составили безвозвратные около 130 тысяч человек, санитарные – около 265 тысяч человек. Безвозвратные потери финских войск – около 23 тысяч человек, санитарные – свыше 43 тысяч человек. Сосняком под соском кудрявится пограничный сухой кругозор. Принимай нас, о, микросавица,
в ожерелье прозрачных озер. Принимай на воды, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках. Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках. Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках. Мы привыкли брататься с победами, и опять мы проносим бою. По дорогам и скошенным дедами краснозвездную славу свою. По дорогам и скошенным дедами краснозвездную славу свою. Много лжи в эти годы наверчено, чтоб запутать финляндский народ. Раскрывайте ж теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Раскрывайте ж теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Ни шутам, ни писакам юродивым больше ваших сердец не смутить. Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить. Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить. Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с лихвой за позор. Принимай нас, Оми, красавица, в ожерелье прозрачный котёр. Принимай нас, Оми.